Барда – еще один город Азербайджана, который пострадал от ракетных обстрелов со стороны Армении. Он находился в значительном отдалении от зоны боевых действий, что свидетельствует о том, что армянские сепаратисты преднамеренно наносили удары по мирным городам Азербайджана. Тем самым армянская сторона без устали продолжала нарушать нормы и принципы международного права, в частности, Женевских конвенций 1949 года и резолюции Совета Безопасности ООН. Это произошло днем, когда я был на работе. Все произошло неожиданно. Прогремели взрывы. Один удар пришелся по машине, она полностью сгорела. Другой попал в автомобиль марки ВАЗ-2107, в которой находились двое военнослужащих. Оба погибли на месте. Один человек погиб в здании банка. Осколки разлетелись во все стороны. Жители были в шоке, пытаясь найти какое-либо укрытие. От осколков реактивного снаряда, упавшей на улицу города и вблизи центральной городской больницы, погибли 2 человека, и еще 6 получили ранения. Как утверждают свидетели этого трагического события, среди пострадавших также был ребенок. По городу прилетело 6 снарядов. 3 из них упали с одной стороны этого здания, остальные с другой. Сгорело несколько машин, пострадал ребенок, который получил осколочное ранение в ногу. На тот момент я был дома. Выйдя из здания, я увидел, что повсюду пылает огонь. У входа в магазин несколько человек получили ранения. Погиб мой сосед. Возле мясной лавки также пострадало несколько человек, в том числе женщины. Сотрудники правоохранительных органов, медслужбы очень оперативно отреагировали. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Бардинский район и центр города 4-жды подвергался обстрелам ВС Армении. Всего погибло 29 человек, 112 получили ранения. Был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.